Везде. Так, вот так развлекаются люди в науке. Да, трогай просто друг друга. Семинары прекрасные, со скрутками бороться очень интересно, когда ты адаптирован сильно в ги, потом, когда ты начинают ноги откручивать пятки, ты чувствуешь возможность вернуться в ощущение белого пояса, наверное, такой, что здесь происходит, как бы, парни, как вы это делаете? Это очень круто, и круто, когда ты смотришь техники и понимаешь, а как он это сделал? Дмитрий, ты понял, как он это сделал? Дмитрий отвечает, я тоже не очень понял. Говорит, давай разбираться. Это интересно, это развивает мозг, я надеюсь. Мне кажется, Игорь, это, в принципе, такие же ощущения, когда они попадают в Deep Half Gap.